Если. То вытащи быстрее, потому что здесь этот хуйня. Нихуя, ну, все. Все, что наебал. Ты же видишь, что сидит уже. Пошла, пошла рыбалка, Витёк. Да. О. О. Это корень какой-то, ну. Китай, блядь. Что думаешь, у меня, блядь, тут колокольный рай, нахуй? Все, больше кто их разводит? Что, так чары поймал? Две штуки? Или три? Я одну поймал, два раза клевал, они проебали нас. Да, говорю, что клюю. Ты ж не дал Олегу нихуя. Все подъебнул, нахуй меня подъебал с утра, с 6 утра. Ты лучше скажи Олегу, что ты мяк за магазином делаешь, все мы ходим. Мяк. Два света. Конечно, нельзя. Видишь, перестал уже раз, турнирчик выиграл. Но. Где сейчас заработаешь 450 гривен за день, Серый? Так бы каждый день, да, Олег? Нет. И можем потом не работать, да? Ты есть где? Нет. Уже там, ну, да? Водку просит нам, да? Ему вот чисто это, да, Вася? Ну, стадо, блин. А, ну тут плохо. Чё, даже зажигалку нам. Слышишь, а что там клюет на турину?
Да, таранька. Нет, просто наперка на плохо. Серый, что это такое? Да мы уже едем. Да. А что за кровь? Порвал руку. И куда будем ехать? По домам. А смысл этого по домам? Ну что, у нас... Посидеть дома? Ну, раздел нас, видишь, кто ошибается, не появляется. О, Серый, езд. Нихуя. Слышишь, она так дергала, как будто карп нахуй, да? Видишь, а пойдешь, поменяешь десяточку на... Хорошо. Ну, басу нахуй, на мясо. Да? Там остался он. Там осталось. Можно на следующей неделе уже ехать нахуй. В Каменку, Сер. Витя, как тебе? Да, тарань. Вон в ведре. Ведерки тарань. Ну там над небо. Сейчас, блядь, у нее это вот, представьте, на ЖК карп будет хуярить на нее, да я вчера поймал, что ты типа. Ой, я буду в кашу сыпать, блядь, сейчас его в этом, блядь. И хаваешь, блядь. В Каменке, Серый. Охуеть ты распалил, кто? А? Уже что пряли только что? Ну, можем прицепить сейчас суперснасть одну, блядь. Что на тране? Такой кусеровать это? Да не трогай удочки, хватит удочки. Да вот же две есть. Да нахуя их проскидывать, эти удочки, там собирать их, ну? Серый, ну я за бровку кинул, блядь. Сейчас большая будет, хватит. Вот. Вот это вот работало на Дунае, пиздец. А, снасть.
С Настей? С Настей хуй его знает, наверное, двум ящиком. Серый, ты знаешь, что с опарышами бывает, когда они долго лежат в чемодане, нахуй? Куклы. А? Смотри, какие они стали, нахуй. Так цепляли? Знаешь, как оно воняет, нахуй? Витёк. Шо? Я пиздаю ему выкидываю. Это мухи, блядь? Да, это мухи. Ну даже не тонут, нахуй, смотри. Да, действительно. Смотри, мы вовремя приехали, Серый, ты видишь? Нашелось? Одну. Да, вот это вот оно. Ты чё? Ну так одну закинь. Так а что ты? Давай, чтобы мы выбрали. Я могу сказать, что сейчас, да, тот уже вернулся, сейчас опять вернулся, да. Там положил, да. Так, а я поставлю свою, Витёк, модную, да? Да. Свою модную, блядь. Драчник есть тоже, блядь. Это что на Дунае пиздячка, помнишь, Витя? Да. килограмм. Серый, вот, вот смотри, дунайская снайпер. Ты на этой кучке? Среди кучки. Шо, ебать, как карпы, нахуй, кило, полтора, 700 грамм, нахуй. Так это и на десятку можно выйти? Можно на десятку, но не ловилось сейчас. Витёк, а ну дай зажигал. Да. Что, ты отпалить хочешь? Да. Так. А вот мухи у меня, Серый, смотри. Пойдут на мухи так нахуй. Да, да, блин, мы сделать потом, блядь. И ты на этой хуйне будешь там на озере на самом деле. А что там думаешь? Ты шо, потом судаки, знаешь, какие на эту хуйню будут на мухи надо ебашить? Где? Нечаянно, ну? Да. Что там есть сюда? Ты шо, хуйня, а ты что, блядь? Нечаянно есть. Нечаянно есть. Там окуня, знаешь? Да, я там нечаянно тоже окуня поймал, Рафа. Килограммового? Пол. И на 900 грамм в Каменкино. Туда, помнишь, у тебя достало? Бля, есть поплавки, бля, удочку не взять, бля, длинную. Кого? Удочку. Эту. Пошел бы в канале, пожалуйста. Ловил бы эту хуйню, бля. Как она называется, бля? Ёбаная в рот, Витёк, что это такое, бля? Ножа не ловит, кого? Да это ж ты едешь на рыбалку, а не я. А где же главная коробка, бля? Начинается, блядь. У Серого там где помидоры, блядь. Там где помидоры. Я думал, пищалочку поставлю, покайфую себе. Тут течение такое, Серое, что ну нахуй.
Серый, каша кислая, да, у тебя? Сер. Ты на нее не мутишь, ну как? Ну хоть чуть-чуть, на. Нихуя не твою не делай, ну ты тратишь время. Бери нахуй тую. Да какое я трачу время, потому что только приехали. Смотри. Это бомба, блядь. Я знаю. Ты понял? Я уже придумал. Так это ж, блядь. Уже придумал, видишь, резиночками, чтобы подтягивали, чтобы оно торчало на ровно, но. Конечно, в журнале есть, блядь. Они, блядь, уже ту пружину на сырконом нельзя было писали, блядь, купить, да. Вообще такую. Уже таких пиздец, с грузилами, ты видел, всей хуйней, но. Писали, блядь, дядька. Сначала на ВДНХ запроли, да, Витёк? Надо было патент, блядь, кидать, нахуй. Чё страшного, блин, муха есть уже у нас. Ну, знаешь, где на муху поем лыси? Да, в этом озере. В озере, на бух, дядьки туда, нахуй. Там, да. Судаки большие, пиздец у него, нахуй. Судаки, карапа пиздатые, самы, нахуй. Вся хуйня на такую. Так она не на эту хуйню идет. Оно, идет на муть, блядь, который дает грузило. Муть, да. Там можно даже теперь не цеплять, Вер. Не, ну блядь, это рибинспекция, это все на муху ловит. Ну, трач получается. Если б я там жил, где его братан живет, да, блядь. О чем ты говоришь, нахуй? А в этой хуйне пиздец. Вообще на том Дунае, блядь, мне страшно, блядь, нахуй думать. Блядь, вот такое, до воды, блядь, как он до того... Страшно за Дунай вообще даже вспоминать, нахуй. До того дерева, нахуй. Что за Дунай? За... Снимал тебя ты, что? Дунай? Можно пичку ты взять? Серый тоже нормально был. Потом сказал, что он с нами больше не поедет, за пиздец. Витёк, а ну подержи эту суперснасть. Давай. Суперснасть. Называется, блядь. Вот видишь, оно не залазит, видите, какого-то хуя, блядь. Потому что надо мыть и вытирать, блядь. А не просто так кинуть, нахуй, все. Сломаю, нахуй, да? Сломаю. Когда закидывать буду, да. Или нет? А что ж делать? Ничего, вытаскивать обратно. Ты сейчас сломаешь крыльцо, ну. Вот в ту нормально у Лега залезла, а в эту нихуя, нахуй, не влезет. Ну, уже костер у нас есть, да? Две рыбки есть, ну. Ну, одень, я подумал. Бля, 100 грамм это мало, нахуй, да? Сер, кормушка. Бля, на дна они стояли, нахуй, тянуло. Все пиздят, течение. Что, и перекрутил кольца, как всегда, Витёк? Уже все, уже хуй ты их поставишь. Кто перекрутил? Кольца ты перекрутил, криво поставил. Да. Серый, вонючая каша у тебя или нет? Да ты дай нахуй ставить. Ну-ка, ёбаная в рот, она брагой воняет, пиздец, ты что, гонишь? Брагой чисто, блядь. Да, она. Или ты что, эту брагу кинул, блядь? Ты лучше вон кинь вот эту вот хуйню, нахуй. Туда, блядь. Кусочек, блядь, макухи, блядь. Там. Ну, в кормушку, блядь. Ну, там где-то есть кусочки такие. Все, вытащить не можешь? При чем здесь вытащить? Повернуть. Не ломай удочки, блядь. 2000 гривен удочки. Ну такая в магазине 2000 стоит, наверное, съехал. Так, на шарики, да? Так вот же я на шарики с начал сюда делать. Да, да, такой же сам, да? Такой же больше нету. Вот, где? Покажи.
Что? Ну не я. Витя, я же тебе сразу говорил, что это хуйня. Ты мне ненормально. Да, хуй мы уже вытащим, нахуй, ёба. А что я вставляю? Что я вставлю, блядь? Не пиздел, блядь. Оно не вставляется, но. Вставляется. Чё? Да хватит. Ещё. Блядь, криво, нахуй, ёбаная вот. Ну. Держи, бля. Накрени его здесь. И что будет, оно потом закиксуется? Не закиксуется оно. Ровно встать. А ну смотри, ровно. Сейчас. Да. Нет. Нет, чуть-чуть. Ой. Вот так. Кар будет гудеть вот там на. Все. Ой, будет гудеть кар там попозже на. На эти удочки. На подставочке, бля. Все. Стул, конечно, модный у тебя, бля, пиздец. Мой поломал, то на этом взял, блядь. На Дунае, на. Ну, у нас же машина есть. Самая охуеть беда, Витя? Да. Через месяц красть пойдет, сказали с наречки. Через месяц? Да. Да ну нахуй. Помнишь, мы были, когда... Витёк поймал осетров, Серёг. Помнишь тот день? А? Это что забыло? Это было 15 июня, блядь. Разве? Да. Мы с тобой поехали, как раз говорим, что запрет закончился, блядь. Можно ехать. Витёк, ты не хочешь каши намутить, блядь? Хочу. Намути, пожалуйста. Вон там... Это... Вон кулёчек какой-то, блядь. Вон. Там нема в кульке, блядь? Не, вот здесь, Витёк. Он в ящике кулек есть там же? Ну вот кулек перед тобой, или там не принимал него? Нет. А значит пизда. Да смотри там. Только не карповый. Да. Я не готов карповый еще. Вася, ты нашел все-таки снасть, да? Мою. А? Ну оставь пока, ну будет работать, то прицепишь. Ты же прицепил уже кусеров. Потому что надо было ловить, когда плевала она. Ой, костер отпали тебе, ну. А? Что, Серега? Да? Потому что давно с нами не ездил, да, вот? Он привык там разводить их всех, блядь. Какой спешл? А ну покажи. Это карась, блядь. Это не только карась, это... Это карась, блядь. Это ранее... Написано карась, блядь. Другой. А где ты взял? Карп есть карась. Вот тут ты взял это? Да. Бля, не может быть, ну. Ну что, блядь. Ну давай тогда ее, ну. А вот же есть еще, ну. Нет, только... Вот, блядь. Что карп? Это карась же тоже, ну. Открытая же, блин. Помешай ее, блин. Вот, вот коробка, Витёк. Высыпь эту хуйню. Пиздец, она уже, блядь, плесенью покрыла.